С Успенским постом, дорогие телезрители! Вы смотрите православную программу «Свет миру». 14 августа во всех православных храмах была совершена божественная литургия в честь праздника перенесения честных древ животворящего креста Господня. Высокопреосвященнейший архиепископ Никон возглавил богослужение во Владимирском соборе Задонского Рождества Богородицкого мужского монастыря. 14 августа – особый день. На него выпадают сразу три больших праздника. В древности очень часто болезни скашивали людей именно в августе, поэтому священнослужители стали обходить крестным ходом улицы и дороги. Так родился праздник происхождения, изнесения, честных древ животворящего креста Господня. Промыслом Божьим именно в этот день Русь приняла крещение и повернула на путь спасения. Большинству же 14 августа известно как первый день двухнедельного Успенского поста и Медовый Спас. После торжественной божественной литургии, которую во Владимирском соборе Задонского Рождества Богородицкого монастыря совершил высокопреосвященнейший архиепископ Липецкий и Елецкий Никон, на молебне был освящен мед. Благослови, освяти и сот, и пчел, и от них мед. После освящения меда этого года его можно употреблять в пищу. Этот янтарный нектар словно светится солнцем. Трудолюбие пчел дарит нам полезный мед. Медовый спас – пример того, как благодаря трудам рождается гармония красоты, пользы и радости. Скоро начало нового учебного года, и родители, заботящиеся о духовном здравии своих чад, могут вместе молитвенно подготовиться к нему. В Христорождественском храме города Липецка, что на Арктической, ежедневно после литургии перед иконой Божьей Матери Воспитания совершаются молебны на начало учебного года. Известно, что чаще всего перед этим чудотворным образом Богородицы молятся о воспитании наших детей в вере и благочестии. Мы, обращаясь к Богу, не просим, чтобы ребенок получил 5 по математике или по физике. Мы обращаемся к Богу не для того, чтобы ребенок раз в год, придя в храм, якобы с целью причаститься перед учебой, абсолютно не понимая, что такое исповедь, что такое причастие, что такая церковь. Мы не желаем, чтобы у ребенка сложился стереотип потребительского отношения к церкви, что сюда нужно ходить раз в год, чтобы просить учебы. Современное образование дает не только пользу, и есть ряд предметов, ряд дисциплин, которые не приносят нравственного критериата ребенку, не воспитывают его духовно-нравственно. И здесь мы просим у Бога, чтобы Господь научил детей познанию Божьего закона, научил добрым делам и благословил понимать и разуметь только лишь полезное учение, которое будет преподаваться им в стенах общеобразовательного учреждения. В любом православном храме заказать такой молебен можно не только в конце августа. Хотелось бы родителям, детям, бабушкам и дедушкам объяснить одну простую вещь. Молебные на учение от раков служатся не только в конце августа. Их можно заказывать весь год. И это правильно. И не только когда мы молимся за детей, а молимся за учителей, просим, чтобы Господь подал им благодать на то, чтобы они учили детей и преподавали им полезные знания для пользы души, нравственности. И самое главное, чтобы этот ребенок при помощи благодати Божией стал не просто хорошим учеником, а ориентированной на нравственные ценности личностью, которая будет радовать учителей, родителей и своих близких, и которая будет знать, что у Бога не только нужно просить раз в год 5 или 4, а что в церковь ходят, чтобы очищать свою душу, общаться с Богом и молиться за родителей, за сродников и исправлять свою жизнь.
В пятницу 19 августа один из древнейших в городе Липецке храмов, Свято-Преображенский, отметил свой престольный праздник. В этот день божественную литургию совершил высокопреосвященнейший архиепископ Липецкий и Илецкий Никон в сослужении настоятеля храма протоиерея Константина Боязова и духовенства епархии. В престольный праздник в тесном, но уютном храме яблоку было негде упасть. Слова праздничной молитвы священнослужителей повторяли как взрослые, так и еще совсем юные прихожане. На литургии в этот день вспоминается евангельское событие – таинственное преображение, то есть явление божественного величия и славы Иисуса Христа на горе Фавор трем своим ближайшим ученикам – Иоанну, Петру и Иакову. Свет этот был настолько ярким, что апостолы пали на землю. «И возведи на гору высоко единое, и преобразися пред ними». И просветися лице Его, яко солнце. По окончании службы состоялся крестный ход вокруг храма. Несмотря на проливной дождь, верующие молитвенно благодарили Господа. В этот день в дар Богу принято приносить в храм плоды нового урожая – яблоки, виноград, груши, которые светили святой водой и каплями дождя. В народе праздник получил название «Яблочный спас». После службы православные верующие уносили домой освященные плоды нового урожая, ведь теперь их можно употреблять в пищу. Каких святых православная церковь будет почитать на предстоящей неделе, вы узнаете из рубрики «Православный календарь». Память святителя Митрофана, епископа Воронежского, православные воспоминают в субботу 20 августа. В этот день были обретены честные мощи святого, который прославил чудотворениями и молитвами Воронежскую землю. Он утешал бедных и богатых, был покровителем вдов и сирот, заступником обиженных. Его дом служил гостиницей для странников и лечебницей для больных. В воскресенье 21 августа Православная Церковь отмечает перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, которые в 1429 году отплыли на необитаемые Соловецкие острова, где посвятили свою жизнь Богу. Русский народ свято чтит память соловецких чудотворцев, также они считаются покровителями пчеловодства. Память святого апостола и евангелиста Матфея мы будем вспоминать в понедельник, 22 августа. Когда Господь Иисус Христос явил себя миру, святой уверовал в Него. Апостол Матфей был избран в число 12 апостолов, ближайших учеников Христа. Представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского Задонского чудотворца, мы вспоминаем в пятницу 26 августа. Этот святой является образцом кротости и смирения. Большая часть его пастырского и архиерейского служения связана с нашим краем. Главным трудом святителя стало основание Задонского Рождества Богородицкого мужского монастыря. В рубрике «Молитвенники нашего края» вы узнаете о преподобном ученике Василии Килецком. Прихожане любили его за духовную мудрость и приходили к нему из разных уголков Липецкой и Рязанской областей. Преподобный мученик Василий Килецкий, в миру Гавриил Георгиевич Цветков, родился 21 марта 1867 года в селе Лесок Рязанской губернии в семье Пономаря. Поначалу он служил почтальоном, а после окончания духовного училища в 1893 году решил посвятить свою жизнь служению Богу. Будущий подвижник пришел в Николо-Родовицкий монастырь Егорьевского уезда Рязанской губернии и стал послушником этой обители. Иеромонах Василий много и усердно трудился. Он проявил себя как человек надежный и ответственный. Неся послушание казначея в Рязанском Троицком монастыре, отец Василий был награжден грамотой за благочестную иноческую жизнь и особые труды по должности казначея. Он получил немало земных наград, но жил святой не ради них. Отец Василий помогал раненым в Первой мировой войне, принимал беженцев из захваченных Германией западнорусских областей. В 1916 году, в напряженный для России момент ожидания катастрофы, архимандрита Василия переводит в Донковский Покровский мужской монастырь. Это место Донковского Покровского монастыря. Первое упоминание о нем – это начало XVI века. Сейчас необходимо много трудов для того, чтобы Донковский монастырь приобрел прежний вид.
В руинах обители едва можно угадать Никольский храм и Большой Покровский собор. Было здесь духовное училище, часовня и двухэтажный корпус для братьев монастыря. В 20 веке монастыря не стало. Он просуществовал до 30-х годов нашего 20 века, прошлого столетия теперь уже, когда был закрыт советской властью. Для нас он с вами интересен еще и тем, что здесь служил Василий Цветков, архимандрит, преподобный мученик. С 16 по 18 года он был настоятелем этого монастыря. Монастырь закрыли в 1918-м. Отец Василий, как настоятель, должен был что-то делать, когда на первой неделе Великого Поста, прямо на богослужение, в обитель пришли активисты от Совета крестьянских депутатов с распоряжением описать монастырское имущество и организовать в обители приют для инвалидов и сирот. Будущий подвижник со смирением принял это известие. Мы с вами сейчас находимся в городе Данкове, это храм Дмитрия Солунского. В последнее время он, правда, является музеем и картинной галереей, но до 30-го года он был действующим храмом. И с 18-го года, когда архимандрит Василий был назначен уже в этот храм, до 30-го года с небольшими перерывами, когда его переводили в другие сельские храмы, в силу того, что человек был авторитетный, и советская власть, как богоборческая, была не заинтересована в этом авторитете. И тогда было нормальной практикой повлиять на церковную жизнь и постараться перевести этого человека, удалить его от народа. Поэтому точно сказать, когда именно, в какие годы, месяцы он здесь служил, мы пока не можем. Но общие сведения таковы, что с 18 по 30 год он служил в этом храме, скажем так, периодически, но постоянно для тех, кто у него кормлялся. В середине 20 века храм Дмитрия Солунского выглядел иначе. Теперь только старинные фотографии да картины могут рассказать о том, что представляла собой Дмитриевская церковь. Отец Василий служил ревностно. В эти годы люди приходили к нему за советами отовсюду, почитая его старчество и мудрость. Архимандрита Василия очень любили. Это было зафиксировано органами НКВД. В 1930-м будущего подвижника вновь перевели в другой храм. Георгиевская церковь села Старый Килец стала последним местом, где отец Василий совершал богослужение. 26 августа 1937 года архимандрита Василия арестовали по обвинению в непримиримой борьбе против советской власти. Его приговорили к расстрелу и 17 октября того же года привели приговор в исполнение. Преподобный мученик Василий был расстрелян вблизи полигона Бутово. Приняв крест, он последовал Христу. Случаи, когда репрессированных по религиозным мотивам отпускали на свободу, были, но освобожденные часто получали жизнь предательством веры. Отец Василий до конца оставался преданным Христу. Он учил пренебрегать земными благами ради главного дела нашей жизни – спасения души. В рубрике «Тебе поем» сегодня вы увидите музыкальный клип на песню монахини Агафоны «Душа моя». Вчерашний открывает мне глаза, и мелькают, как в кино, мои падения. День вчерашний не пускает в небеса, в горькой памяти рисуя прегрешения. Душа моя стремится в облака, в небе. А у меня душа, а
будет ночь, испытанье, наказание и прощенье. Не грусти, душа, гони томленье прочь, жди спасенья, как Христово воскресенье. Очередной выпуск православной передачи «Свет миру» подошел к концу. Пусть свет Христовой истины озаряет ваш жизненный путь. Ангела вам хранителя. По благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа Никона в честь 150-летия прославления святителя Тихона Задонского пройдет крестный ход. С чудотворными Донской иконой Божьей Матери и Надымской иконой царственных страстотерпцев крестный ход выйдет 22 августа в 10 часов утра от Христорождественского кафедрального собора Липецка. Крестоходцы пройдут более 60 километров до Задонского Рождества Богородицкого мужского монастыря, куда они прибудут 25 августа. Спешите принять участие в самом масштабном крестном ходе нашей епархии.